Эту карточку я залью на YouTube, пожалуй, на канонире. Как там обычно все ютуберы говорят: всем привет, друзья, с вами Проф1, сегодня мы играем на канонире, блять. Там трали-вали, сейчас, короче, будет мясо, потому что канонир разумный, 2700 сборочка по мощи. Мне кажется, сейчас будет Алис капут. По крайней мере, я думаю, что Агель будет умирать с трех кнопок, как это происходило у меня на Амазонке против Турбо в первый день. Серьезней говори. Да, блять, я не могу серьезней говорить. Я играю в Prime, какая нахуй серьезность? Здорово. Так. Порноослик. О, это из-за дротов. Первый скилл учим, чисто задуваем бомжей. Агель, оп, на нахуй. Кстати, меня на ютубе не заманят за маты там, за всю эту херню. Там же жесткие правила. Слышал приветствие, нажал отписку. Не, отписку не надо нажимать, отписка это такое дело. Я не совсем понимаю, как у него заряды вот эти... Как они восстанавливаются? Почему сейчас вот один из двух? Оружие средней дистанции, обладающее средними следующими характеристиками. В магазине 2 патрона, скорость атаки 5 в секунду. Не зависит от проворства. Как эта хуйня заполняется, мне вот интересно. Ой, бля, что я в крипах прям. Я без банки, кстати, начал, это плохо. Блять, звуков от атаки у него такой прикольный. Мне нравится звук автоатаки. Да и звук первого скилла тоже прикольный. Бля. Где лас хит, парни? Надо было мне банку все-таки взять. Надо понять, как работает механика этих двух выстрелов. Вот сейчас у меня 0 патронов. Я могу автоатачить в этот момент? Или нет? А, если я добиваю цель, то патрон восстанавливается, чешу? Или они сами по себе восстанавливаются? Братик, это мой пак боковой. Но его, походу, это не сильно волнует. А так, секунду, 0.38. 5. 0.38. А, ага. Так, я понял. Пока идет перезарядка, у него 0 атак. Пока есть патроны, 1 000 000 атак. А ну, Агель, давай. Подходи, сына. Братцы, надо как бы, чтобы крысик влетал сперва, а не вот эта дичь тыквенная. Нормально, смотри, нага идет. Оп! Соточку. Не хотел, блядь, сына. Пейма в нахуй. Бах! Блядь, мне нравится этот герой. Он... Что? Вы видите вообще хп наги? Это 5-й уровень, блядь. Это всего лишь 5-й уровень. Ладно, давайте лесочек попробуем подфармить. Так, жопная тяга, полетели. А где отхил? Герой восстанавливает 114 здоровья от наибольшой силы или разума. Не понял прикола. В силу я не уйду, я в разум, учим тупо статы. Братан, ты не перепутал, кто где фармит? Пойдем, попробуем вражеский лесочек взять. Когда у тебя 0 патронов, нельзя давать тычку. Чем больше проворки, тем быстрее перезарядка. Если один патрон остался, он так и будет, пока ты его не потратишь. Я понял. Ладно, пока леса у меня нету. Тут как бы вся механика, я так понимаю, в том, что... Я тут типа быстро фармлю лес. Но пока у меня леса нет, я могу...
потратить свой первый скилл на нее, например. Подруга, что ты делаешь? Так, вот, хил есть, найс. Блять, вот эта пассивка, которая увеличивает урон по мобам, она супер какая-то жесткая. Как же у меня беспощадно забирают лес. Ой, кого я вижу? Кого я вижу? Интересно, куда она делась? На респ ушла, что ли? Короче, лучше сливать сразу два патрона и не оставлять один в обойме, чтобы перезарядиться и разъебать сразу. Так, братан, будем его гангать? Я, кажется, спалился, да? Да, я спалился. А у меня там на миду троечка. Так, теперь я сеткой режу, короче, девчики, пацанам. Перезаряжай, братан. Оп! Почти. Короче, после того, как я попадаю первым скиллом, второй скилл откатывается. То есть я могу впрыгнуть в нее. Если я попадаю первой кнопкой, то я упрыгиваю от нее. Ой-ой-ой. Замес. Работаем, парни. Тупо работаем. Он уже никуда не уходит. Или уходит. Блять, почему он пошел вниз? Он что, экстрасекс? Блять, зря бежал. Ладно, теперь побежим на нагу. На миду пак я проебу, но зато мы заберем нагу. Наверное. Не обещаю. Здорово, ёпта. Бах, нахуй. Хорошо. Дабл килл. Найс. Так, запускает 5 патронов случайных врагов вокруг себя, каждый из которых наносит 150 урона. Урон по области наносит, окей. Давайте попробуем соло килл сделать на Агеле. На нахуй. Бля, мне нравится этот герой. Мне нравится этот. Я только не понял, почему первый. А, ну да, это ж апщик в пятой строке, я совсем забыл. Не понял, почему первый скилл не откатился. Вернее, второй. После того, как я первым попал. Сейчас еще апщик закроем, посмотрим, что будет. Я еще могу вот так вроде сделать, да? Да, могу просто залетать в пак, давать первый скилл и улетать из пака. На основе бывшего брать? Не знаю пока. Может, я здесь наиграю всем настолько, что не буду брать на основе. Я же обещал не донатить Антохе. Как минимум месяц или два. Я слишком часто ловлю баны, я не хочу ему донатить. Пусть ему донатят те, кого он не банит. Потому что меня он наказывает ни за что. Так, на 10% больше отхил. Можно взять печеньку с апом и выйти на... О, нага. Здорово. Поехали. Найс. В итоге крыс засилил. Разбомбили нагу. Этот герой по-своему эпичен. Вот, блять, кто бы еще ни говорил, звуки выстрелов, звуки вот этих бомб слишком хорошо сделаны. Они мне прям нравятся. И как бы в целом герой эпичен, то есть он, блядь, за счет вот этой пассивки, которая увеличивает урон по крипам. Не попал. Он эпичен тем, что он, сука, нажимает одну кнопку, и крипы просто падают толпами. Так, давайте через рефреш попробуем.
как она упрыгала то в сетке, блядь. Блять, просто одна кнопка шотает пак. Ого. Что это такое? Это что? А гель такая дерзкая под ногой. Пацаны, у меня сейчас ульта откатится, побазарим. Сейчас побеседуем, перетрем, так сказать. О, еще больше. Давайте втроем нахуй. Подходите, сейчас ультану втроих. Парни, может, вас в лесу надо найти? Давайте я в лесу вас найду. Где вы? О, добрый день. Добрейший денечек. Я, кстати, прыжком тоже есть еще дамажу. Бабах нахуй. Сыновья просто. Уходим, уходим. Сеточку не туда дал. Похуй, главное, что ушел. Клейдок, ты очень сильно замедляет нас. Короче, я понял. Я понял, когда есть два лох, ну, два противника, один лоу хп, один фул. Мне надо просто дать сетку фулового типа, тогда я порежу ему дефы, и тогда только давать ульту. И типа, первый и так сдохнет, потому что он лоу хп, а по второму зайдет очень большой урон. Я немножко не в этом порядке только что нажимал кнопки. Но не сочтите, это первая катка на этом герое. Там кто-то ТП дает. Что, может, под башню его выкинем? А, там кентавр еще стоит. Не, лучше отойти. Хотя у меня крыс ее разваливает. Пушим, брат. Как же крипы падают после этого выстрела. Выходим на шестую через рефрешек. Сейчас будем два раза просто стрелять всей дичью. Ты пакшотаешь, не жалей первый скилл. Не, я его иногда жалею, чтобы дать его в героя, а не в пак. То есть и в пак, и в героя. Не подумайте, я не жалею его. Так, ну-ка. А докту мы осилим, как думаете? Она меня не шотнет? Сколько у нее урон с ульты? 1300, не шотнет. Оп! 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 И ультушечку. И вообще, блядь, ни одного не попало. Что, блядь? Что? Все в крипов. Все в крипов улетело. Со второй кнопки, кстати, наверное, ее не стоит юзать просто ради того, чтобы нанести урон, потому что мало урона. 200 урона всего лишь. Так я не понял, я хилюсь на 240, когда у меня два патрона или что? Или я просто не увидел свой отхил только что? Ну-ка. Так-то они уходят. Или уходят. На нахуй. Не знаю, почему она не стала нажимать ульту. Впрочем, она бы меня и не шотнула ей. КД первого скилла 5 секунд. 5 секунд, это супер мало. Это просто супер мало. Давайте, я не хочу фармить крипов, заниматься этой дичью. Хотя горящий тавр, наверное, стоит запушить. Мне хочется больше вот, типа, в героях кнопки понажимать. Это не пушер явно. Меня ослепили. О, братик, давай с тобой пропушим. Жесть, 500. На 21-м он хилится 570. Пойдем найдем кого-нибудь из противников. А то ПВЕ фарм такое себе. Оп. А, я не достаю отсюда. А так. Кота можно в сетку посадить? Можно. Он, ему дается дебаф, лол. Дебафчик по коту заходит на 50 дефа. Что за имба? Отошли, это мои крипы.
О, Доктав инвизи идет, думает, ее никто не видит. Ловите, парни. Наши, блядь. Все, а где еще два противника? Нормально. Братан, подожди. Просто, блядь, застрелял с рефреша. Так, а ну давайте попробуем голду зафармить вторым скиллом. Оп, нормально. Отлично. Блядь, ну герой просто шикарный. Я не знаю, он мне сильно нравится. Может, потому что это лоу рейтинги, и тут челы слабее как бы катают. Может, потому что я на красном герое. Но, сука, герой реально прикольный. Правда, вот не для пуша. Я избриваю половину хп, блядь, с одной кнопки. Упс. Главное, чтобы меня товара не сбрили. Пойдем подфармим лес. Под обнову это вообще жесть. Это тупо 2 секунды первый скилл, когда. 2 секунды. Отхил просто моментальный. А я не увидел, кстати, доктав крипа ультанул или нет. Походу да. Раз ты это заметил, значит да. Так, разум. Сейчас будем шестую строку брать. Пушек на этом герое нет смысла. То есть это герой создан просто в разумной сборке ради того, чтобы приходить и уничтожать челов. Просто ты даешь вот так вот сеточку через, блядь, барьер. Не попадаешь и все, и уходишь. Мини-гайд. По промаху сеткой. Так, братан ловит сеточку. Оп, сбриваем крипом, и ульта пошла. Ульта, блядь, на нахуй. Сынки. О, не та кнопка. Похуй, пляшем. В обраточку даем сетку. Не попадаем сеткой, умираем. Первая смерть. Агель была на ускорении кентавра, походу. И она просто догнала меня. Я второй скилл зафейлил. Я, блядь, надо привыкнуть, что вторым скиллом только эскейпится. Только... набирать дистанцию, а не сокращать ее. Вот у меня на Амазонке, когда я начинал только играть, такая же проблема была. Я всегда юзал блинк, чтобы кого-то догнать. Получал пизды и удивлялся, бля, как так? Почему меня отпиздили? Этот скилл, забудьте, блять, про нападение этим скиллом. Вот этим. Это только нахуй. Бежит такая гель за вами, и вы такой, и улетаете нахуй от нее. Зарил стату первой катки, блять. Но зато литапнул. Типа изи, говорит. Ладно, для ютуба подведем итог этой катки. В общем, герой мне очень понравился. Он супер сильный, супер быстро фармит. КД первого скилла слишком маленькая. Пассивка первого скилла, двойной урон по крипам, слишком имбалансная. Ульта очень сильная, порезка дефа очень сильная. 70 дефа на 26 уровне. Для остальных кнопок это невероятная порезка дефа. Это очень много. Хороший эскейп с отхилом. В общем, герой однозначно Лукас, он однозначно имбалансный. Ну, блядь, еще бы мы играем в Prime World от Невала. В общем, ставьте лукойлы там, подписывайтесь на каналчик и ждите новые каточки. Специально буду подрубать музыку без авторских, чтобы заливать вам видосы на YouTube. Всем пока.